Мечтала о Discord Nitro, Spotify Premium, V-Bucks. AstroShop – ваш постоянный партнер по покупкам подписок и игровой валюты. Быстрая выдача и приятное общение. Еженедельные розыгрыши и скидки. Нам доверяют тысячи. Доверься и ты. Покупай подписки и валюту. Выгодно. Поздравь меня с тем, что у меня есть лишние 1000 рублей. На дропе. Убери это, на! Убери! Убери это! Я сейчас отрабатывать косарь буду. Ладно, Алиса, включи музыку для разрыва ебальников. Спортзал, качалка, фитнес, бег, разминка. Алиса, эпичная музыка. Уже поставила лайк. Алиса, включи эпичную музыку. Я поздравляю Ефима Автопасова с тем, что у него есть лишняя 1000 рублей. Братан, ты реальный красавчик. Все, что мы с тобой вместе прошли, было не зря. Ты реально охуенный мужик. Но, к сожалению, поздравлять тебя уже с нечем, потому что эту лишнюю 1000 ты закинул мне, и теперь у меня есть лишняя 1000, и я уже поздравляю себя нахуй. Себя любимого я поздравляю с тем, что у меня теперь есть лишняя 1000, которую ты мне закинул, мой дорогой подписчик любимый. Оформи подписку на мою приватку, ставь лайки всем моим видео, приходи на концерты, купи билет в каждый город. Супер Meet & Greet. Все, ребята, кусь-кусь, кушаю супчик. Спасибо, спасибо. Сахар тут есть? Спасибо, спасибо, спасибо. Так, вот, сижу, кушаю со своими гоями из приватки. Можете посмотреть, да, на самых богатых людей в мире. Вот, у меня сегодня чаек, 2 хлебушка и суп-пюре. О-о-о. А ну, ебать. Нихуя, ёб твою мать, блядь. Праворульная. Ты таксист? Бля, ну не слышно, нихуя, ты просто да или нет. А-а-а, нихуя себе. Это ты мне этот суп доставил, чтоб я его съел, нахуй? И теперь ты еще и в Дискорде, блядь, сидишь, блядь, смотришь, как я его ем, типа, что-то нихуя себе. Куда пропало окорок, блядь, тут был окорок, нахуй. Тут окорок был, что за хуйня? О, вы поняли, блядь? Сначала покажи, что у тебя приватка больше, чем за 250. Вот-вот, нахуй. Вот этот на пляже вообще где-то отдыхает. Охуеть, блядь, богатые люди. Чё-то, бля, мужики, я вот смотрю. Просто чё за сосисочная, нахуй, вечеринка, я вот не понял. У женщины, наверное, просто нет денег на приватку мне кидать. Покажи ещё раз, это твой кабинет, типа? Покажи комнату. Бля, круто, зацените, такой минимализм крутой, ремонт классный. А ну. Бля, вообще кайф. А, с братом, наверное, живет или хуй. Ебать твой рот, ты че, охуел такой, так, блядь, красиво жить? Ёб твою... А, у меня такой же кронштейн, да-да-да. Но я вот так вот прям не двигаю. Нихуя себе, блядь.
Нихуя себе, блядь. Пиздец. Ну, это типа... Еще раз. Это миллионер, сразу видно. Все, господа гойсики, спасибо, кто со мной сегодня разделил трапезу. Всем пока, 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 всем, всем пока, спасибо. Спасибо, спасибо, кто бы ты ни был, спасибо, спасибо. А, труины, респект, спасибо. Поздоровались. Блять, вы вовремя, у нас сейчас спорит. Сказки. Лошадь покачала головой, подумала. В мешок. Я хочу посмотреть, как ты. Бля, это что, бумага? Согласился волк и полез в мешок. Но хвост обманщик. Нихуя он прям в ТЦ-шке, блядь. Хвост-то твой в мешке не помещается. Задай ему как следует, да в другой раз будь умнее. Посоветовал лиса и побежал своей дорогой. Проучил волка. Век буду помнить волчью породу. Кто задумал зло, не уйдет. Включаю музыку для ресторанов. Фиксируйте вторую ветку. Все, спасибо, спасибо всем, кто со мной кушал. Мне было реально не так кринжо. Ёб твою мать. Ёбаный гондон Несклик, блядь. Я тоже хочу Несклик. Это, кстати, богатейшие люди России у вас на экране. Вот. Хотите быть таким же? Блядь, ссылка на приватку будет, будет, будет. Опять женщина. Здорово, ребята. Значит, у нас сегодня чай с сахаром, полужидкий суп, хлебушек макать, и чтобы было вкусно. Давайте проверяем, что за супчик. Блять, 777 УА, мы с тобой, по-моему, ну, ни разу ты не пропустил трапезу, так называемую. Мы с тобой уже как родные. Бля, какой же кайф. Что это? А-а-а, ты тот еблан с татуировкой 42. Блять. Соболезную нахуй. Так, у нас все выгоняются из Дискорда, кто не кушает. Кроме вот этого чела, он как бы просто талисман. Хуй, ой, сука, завидую. Гля, там почти косточек нет. Охуеть. Вот это мощно. Бля. Ой, еще, сука, эти палочки вкусные. Вот повезло же, наверное, человеку, что он не толстеет, блядь. Какой-то, блядь, стейк полугодоловалый, наверное. Ну, нормально, да. Как же у меня охуенно до диеты, ребята. Ну, тогда я думаю... Там просто дырка, я обдрыстался свою леопардовую рубашку, нахуй. Тут дырка, я ебал рэп. Дыра нахуй. Чё за нахуй? Всю трапезу испортила эта дырка, я быстрее. Я когда кушаю, я чуть-чуть помедленнее ем, ну, чтобы хотя бы наслаждаться теми 300 граммами, блядь. А тут пришлось соснуть это засек. Я заметил. 777. Но я тебя люблю. Я еще вижу, что ты в чатике там пишешь. Я тебя уважаю. Ты реально мой бро. Всех остальных я не уважаю. Блядь, нихуя он, блядь. Пропитался респектом. Кукурузу тоже Соня приготовила, но я ее не ел. У меня сегодня вот выбор, арбуз или кукуруза. Угадайте, что я выберу, блядь, конечно, сладенькую, так называемую, вкусняшку.
Я сегодня шиковал, ребята, рассказываю. Котлета, пюрешка. Котлета на пару. Чай с сахаром. Курица. Тушеная. Рис. Чай, сахар. А, рис 300. Ну, блядь. Блин, вот бы она прямо сейчас начала кормить эту собачку грудью. А потом бы я был этой собачкой. Так, у нас тут, мне кажется, какой-то конфликт назревает. Блять, а это что за хуйня? Так. Так, блядь. Чел живет в кальянке. О! Чу. Я думал, это реально комната кальянка. Я все жду, когда он откусит от этой кукурузы дальше кусок. Так, ребята, всем респектосик. Охуенно с вами посидели сегодня. 777, братан, тебе отдельный респектик. Вот. Ну, тут просто, бля, можно на лечение, наверное, скинуть. Все, всем респектос. Значит, ребята, смотрите, в ближайшее время я, наверное, только это и буду кушать. Бабушка приготовила супчик гороховый. Не со свинкой. Вот, а с курочкой. И все это блендером измельчило до состояния, ну, реально пюрехи. Вот. Да, халя. Так мне свинку ж просто нельзя. Мне нельзя свинину и баранину. А у меня почти каждый супный день мне легче. Я не люблю на вебку кушать супы. Вот почему-то на вебку вилкой эстетически просто лучше кушается. Но суп быстро зачерпнул, налил, все, схавал и пошло дело. Вообще, вот типа суп-пюре я могу, наверное, ну, ложек 7 просто потратить, если он будет не супер горячий. Я потрачу 7 ложек, быстро его схаваю, но он быстро все впитается и все. И прикол всех супов, то что они быстро проходят через тебя. Все, что надо, впитывается, все, что не надо. Блять, моя последняя переписка с диетологом, короче. Но меня уже подзаебало просто, но я больше еще как в рофу вкинул. Я ей скидываю, короче, вот такую вот картинку. Просто вот это. И пишу: прошу прощения, но у меня моча примерно такого цвета. Мнение. Мне сказали, что из-за таблеток, побочка таблеток. Но я реально прям ядерной мочой. То есть у меня моча, наверное, Mountain Dew. Вот, это мой кент, это мой братан. Он ни одну еду не пропустил, блядь. Бля, я реально, когда его открываю, хуже прям становится. А, охуенно видно. Ебать, мощная, да, хуйня? Блять, да почему, когда я вебку человека открываю, ее расхуяривает нахуй на пикселе, блять? Нормально он там хавает, бутис. Ебать, он хуярит. Я, кстати, этот, у меня будет условие на заднем дворе в доме 100% турник должен быть. Чтоб хотя бы летом выходить какой-нибудь хуйней заниматься. Ебать, что он творит? Нихуя себе, блядь. Ну да, да, сука, нихуя. Не, ну да. У меня разоблачение есть на вот этого вот Чебоксара, блядь. Игорь ночью специально ждал момент, чтобы в ТикТоке занять все, ну, треками нашими, чтобы Игорь высвечивался как, типа, оригинал этих ТикТоков. Некоторые сработали, а в некоторых, блядь, ебать, у него еще и женщина есть с каких-то пор, блядь, это что за хуйня? Сейчас. Вот, допустим, Мерси, оригинал от Игоря.
Дальше. Пятнистый ягуар. Заходишь. Оригинал какой-то чел, блядь. Но это еще ладно. Это как бы терпимо, что люди там что-то делают. Так. Глаза львицы. Оригинал. То есть открываешь глаза львицы, нахуй, трек в ТикТоке, блядь. И там вот это вот, блядь. Он под каждым треком снимает по 5 видео, по 10 видео. То есть это все вот он. Под каждый трек его, вот он что-то делает. Это что? А, бля, из школьной так называемой. Да откуда у вас у всех девушки появились, блядь? Женщина, блядь, холостая! Так, обзор, что они вообще хавают? Сухари хуярит. Йогурт, о, это хием. Ну, ел раньше. Казинак какой-то. Да, ну это вообще полный junk food. Так называемый big bonus. Хуй пойми чё. Блядь, чё-то же... Это чё за нахуй, блядь? У тебя крыса дома, блядь, большая. Бля, это вообще пиздец, то есть это нахуй. Именно. Вот если вам интересно, да, вот в мире Матрицы, если существуют NPC и пользователи, это очевидно пользователь. Я выставляю вот этого человека, 777UA, на голосование выдать ему модераторку, потому что он ни один не пропустил стрим, в котором мы кушали. Алло, тот хэппи, выдай ему эту модерку хотя бы в приватке. Блять. Блять, охуенная жопа именно конкретно. Попка. А кому ты еще торт хэппи хотел выдать? Там торт хэппи хотел еще кому-то дать. Прическа мощная, нихуя себе, блядь. Угу. 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 Слушай, не давай ему модерку. Рано или поздно он сорвется и их всех захуярит. Все, полный ням-нямыч. Допиваю чай. Да ебаный факт, блять, когда же он устанет? Интересно, как у него конкретно именно жизнь проходит? Тоже да. Что ты выберешь? Скинуть мне 100 рублей в донат, в приватку, или вы сейчас романтично поцелуетесь? Блять, оказывается, это сестра. Блять, это сестра! Ёб твою мать! Блять, прости! Блять, ёбаный рот! Блять! Блять! Слушай, можешь 50 скинуть. При... Блядь! Блядь, что за хуйня там происходит вообще? Ебать, посмотри, что это такое, нахуй. Так называемый именно с пляжей Одессы вернувшийся... Загоревший. Блять, Саска, ты реально как будто знаешь, вот я тебя знаю, нахуй, вот. То есть, ты со школьника превратился в мужчину настоящего. Ну, то есть, уже, ну, именно вот мужчина. Хуя. Покажи компьютер, покажи компьютер. Покажи всем компьютер. А, вот эти вот подставки, да, они модные становятся. Ля-ля-ля, вот это нахуй. Если у вас были сомнения, Саски это или нет, сейчас сомнений не должно быть. Вообще, блядь.
Если хотите кушать вместе с нами вот так вот толпой, приватка нахуй, подписывайтесь. Мне еще так приятно, они сидят по ночам, общаются, что-то обсуждают, блять. Приятно, что как-то, ну, реально комьюнити какое-то взращивается. Вот, прикольная тема. Блять, ну ты поаккуратнее, ты сейчас взлететь можешь даже, это уже какой-то... Вот, все, Макшнакнексе. Бля, какая у него нахуй стильная вот эта вот воротка Тони Старка, блять, и усы мощные. Все, давайте, давайте, всем пока. Пацанчик. Ну, Миш, ты теперь посмотри на себя и на меня посмотри. Да, я не придурок с пантерной прической. Он недавно на диету, блядь. Он приехал, говорил, бля, у меня диета. Круассан с миндальёй, блядь. Всем хай, здорово, гои. Приветствую вас на сегодняшнем поедании, сука, блядь. Вы видели, что там? Вот. Ну, у меня, значит, сегодня хуйня. Ну, вообще, чуть-чуть вкусно, но просто моего супчика любимого не было. И тут всего лишь 250 грамм, а не 300. Я вот так вот макаю, и смотрите, что получится. Ну, типа, блядь, вот так вот. Как будто бутерброд. Блядь, хорошо. Хорошо сидит. Блять, что это? Это плесень у него там? Ну, вкуснятина. Мама мне говорит: сынок, я была в Армении, я тебе купила полуметровую чурчхелу. Приезжай, забирай. Проходит время, я, ну, лег спать, просыпаюсь, она говорит: сынок, я уже почти сожрала эту чурчхелу, срочно приедь, ее забери. Нахуй она, если она уже не полуметровая, что толку от нее? Да лучше бы. Бля, еле ем, вот это вот реально без удовольствия. Нихуя себе, блять, он что, умник? Гляньте, какой уродец мелкий. И собака реально тоже прикольная. Гляньте, он как человек сидит, кушает. Отдай собачке, отдай собачке. Сидит. Он как человек. Опа, что за мышка? Все, пока. Еще раз. Та же самая, как у меня, или... А, нет, а что это? О, подожди, это Red Cross... Корсайр. Бля, можешь мне модель въебать, если это Корсайр, типа... Может, попробовать? Хорошо тоже. Нихуя-то. Хуя Лего Ниндзяго, блядь. Прикольный вот этот парус. Глянь, он за компьютером сидит как человек. Какой умный пес. Какой умный. Гляньте, он может печатать. Охуеть, он гений. Скинволкер 100%. Все, ребята, всем спасибо.
Всем спасибо, всем приятного аппетита. Нихуя себе Саски похудел, блять. Всем-всем кайфа, всем жесткого кайфа, там это... Не понял сейчас. Хуйню какую-то. Значит, официальное обращение. Сколько ты хочешь, чтобы ты не снимал под наши звуки в ТикТоке, блять? Игорь тебя ненавидит. Пошел нахуй! Ну там, под пятнистый ягуар зайдите, под Клеопатру, блять. Он везде там. Покажи примерно, какое у тебя лицо на всех этих ТикТоках, вот, которые ты делаешь. Вот. Вот, собственно. Можете пойти оценить. И, короче, Игорь тебя уже, сука, хочет забанить, блядь. Хватит терроризировать наш звук, блядь, в ТикТоке. Не понял, это женщина? Вот, одна из главнейших ролей клипа «Клеопатра». Вот, висящий мальчик с волосами охуенными длинными. Вот, можете оценить, да? Вот этого бань нахуй, он хочет пенис вывалить! Ладно, не хочет. Ну ты сука! Нахуй ты это кидаешь? Бля, это вяленое мясо или сушеное? Бля, вообще кайф. Я так люблю вот соленое вот это мясо сушеное, ебаное. Фанат пятерки. Блядь, да почему у меня залагивают вебки, когда я их открываю? Блядь, вот тут... Комната прикольная учила, что она вот так вот линии разделяется, типа зона компьютера и зона остальной комнаты. Вот это классно сделано. А, блять, видно, видно, но хуёво. Да, 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 крутой, крутой, крутой. А чё я худею? Всё диетическое. Ебать. Я за 2 дня скинул ещё 600 грамм, блять. Это во-первых. У меня в неделю идёт по минус килограмму, а тут за 2 дня 600 грамм. Дальше, вообще суммарно, я уже, получается, скинул 4,5 кило со 112 я начал. И, бля, там чел, походу, обосрался этой кока-колы. И, короче, когда я скинул уже 2 или 3 килограмма, и я там с мамой встретился, она меня давно не видела. Она говорит, нихуя себе, ты уже похудел, типа в лице уменьшился, нихуя. Ну вот я-то это не замечаю, скорее всего, вы не замечаете, потому что каждый день смотрите. Сука, какое-то время вообще потрясающее. Все нельзя, все запрещено. Мы все равно сидим в этом дискорде. Чел пьет запрещенную пепси, блядь. Типа, блядь, нахуй, нахуй это все, блядь. Лего Фортнайт. Мне что-то сказали, то, что мне подарят какую-то. А ну, покажи побольше. Ну, бля, оно сейчас не будет грузить. Да, прикольно. Бля, круто. Мне сказали то, что подарят ламу из Fortnite, Олега. Ну, вот это прикольно, бля, то, что ты вот этот автобус ебаный. А ну-ка, Квинли, бля, там до сих пор все маленькие. Нажми-ка таб. Сколько там людей? Нихуя, все равно непонятно будет. Нихуя. А, ну короче. Я просто вчера зашел, там было 20 человек. Но я в 4 утра, правда, заходил. Тоже так называемая санкционочка. Ну это-то он пил колу, и у него все волосы повыпадали. Вот думайте теперь. О, блядь! Это мой последователь! Вот, вот, вот эти все в контейнерах, нахуй. Чтоб потом посуду не мыть. Все нахуй выкинуть, блядь. На доставках. Нормальная еда, но на доставках, да. Фу, ебать, я вот этого чела сейчас испугался, потому что я вам рассказывал, у меня был одногруппник, он был просто огромный, нахуй. И
ну, это вот первый человек, которым я в универе познакомился, он у меня попросил ручку, и я просто понял, что не дать ручку будет небезопасно. И вот он ровно, блядь, точь в точь, нахуй. Ну, правда, он гигантский был, тут мы не поймем. Он был огромный, блядь. В смысле, что за фрики, блядь? Я тебя сейчас забаню, это мои приваткеры, нахуй. Это все мои топовые приваткеры. Ладно, рассказываю подписчики про подписчика, который хотел сегодня со мной сфоткаться. Мне понадобилось снять 1 000 000 рублей. Я, когда снимаю, мне всегда страшно вообще с миллионом ходить, да, налички, потому что меня въебать могут, и все, и просто забрать, блядь, лям, и нормально. Вот, я все снял, у меня лежит, блядь, в сумочке. И шлякся, говорит, блядь, хочу там напиток какой-то попить, приходим, где этот напиток заказывают. Вот. И я пытаюсь оплатить и понимаю то, что у меня нету карточки. То есть я вот так вот расстегиваю свою сумку. Там вот лежит вот такая, блядь, котлета, нахуй, денег. И нету нихуя этого, моей карточки, блядь. Я ищу карточку, и нет ее, нет. И тут, блядь, пока я копаюсь в своем миллиардах своих, подходит чел и говорит, извините, если я вас не отвлекаю, я вам хотел респектануть за ваше тво. Я говорю, отвлекайте. Блять, я кринжанул. Он X2 кринжанул. Но с другой стороны, я начал чувствовать, и мне похуй было. Я карточку искал, я не хотел, чтобы кто-то еще увидел, что у меня в сумке с собой, блядь, котлета миллион лежит. Блять, и с тех пор, сука, я... Ой, блядь. Короче, моя истина заключается в том, что когда я вас шлю нахуй, мне тоже кринжово, блядь. И у меня это не вылезает из головы. Вот. Ну, как бы оно в две стороны работает. И мне как бы хуёво, но с другой стороны у меня как бы безвыходное положение было. Я бы там не хотел бы фоткаться, блядь, с сумочкой с 1 000 000 рублей. Вот, или ещё что-то. Блядь, и тут смотрит на меня этот кассир этой хуйни. И говорит, блядь, что-то вас слишком часто здесь узнают. И я флешбэкаю то, что, блядь, почти ровно то же самое произошло, типа, ну, когда я был там еще, я не помню когда, блядь. Ну и все, я отъебываюсь. И у вас есть 3 шанса со мной сфотографироваться. Первый шанс. Ваша мама подходит и просит за вас. Плюс еще шанс, вы женщина. Скорее всего, я не откажу, но есть шанс, что я откажу, потому что у меня всегда есть какие-то причины там свои. Ну, опять же, там 1 000 000 рублей, блядь, в кармане, это для меня весомая причина. И если вы парень с девушкой, потому что я, вот это практически 100% фотка, хотя, по-моему, он с девушкой был, блядь, или не был с девушкой, не помню. Короче, я не могу подставить вас перед вашей женщиной. Вот это... Там, если я вижу то, что вы с женщиной, то, ну, блядь, я просто, даже если очень не хочу, то я соглашусь с вероятностью 90%, чтобы вас, ну, чтобы вы не выглядели долбоёво. А с каких пор 1 женщина, 2 женщина, 3 женщина? Так, всем здравствуйте. Всем привет, приваткеры. Всем hello. Здорово. Ой, сегодня у меня... Как ты быстро родину променял на еду в Дискорде, блядь. Нихуя себе. Бля, нихуя, зацените, что у него за комната такая же. Это сплит-система или что? Он в тамбуре каком-то живет? Существует комната меньше моей, блядь? Или что это такое? Блядь, ролл-ставня какая-то ебаная. Вот это вообще блогер какой-то, блядь. Зацените, у него фон, микрофон, блядь. Кто это? Что за хуйня там? У него еще опера... А покажи трюки! Ебани вот так!
Вот такой. Въеби. Ладно, выбираю пятерку сердечки. Блядь, что там нахуй? Ну. Бля, ну так, да, но это далековато. Ой, близковато. Что за хуйня, блядь? У меня 7 королей, верите? Это что, блядь? Бля, пиздец, он еще на саску обрыжку похож. Сначала даже на секунду подумал, что это саска обрыжка. Да пиздец, позор. Это прекрасная Россия будущего? Под руководством Арсена Марканяна, блядь! Бля, это хороший. Вот такую видел, блядь, кольчугу. Вот-вот. Тут 4 наукуба. А ну-ка, поворот сюжета у Какуса на вебке. Сейчас. Подожди, я еще бы найти. Блять, я сначала не понял, а потом как понял, блядь. Бля, а вы же с тех пор вообще ни разу не переписывались, да? Пиздак, блядь. Ладно, давайте молиться. Ты же не нашла себе за то время никого? Блядь, Какос, сука! Блядь! Вот только посмей проебать этот шанс, блядь. Ееет! Да! О-о-о! Нихуя, блядь! Чел худеет! Ему тазик принесли, нахуй! Жрачки, блядь! Я кушаю вот из такой штучки, блядь! Ему принесли тазик, нахуй! Пошел нахуй, блядь! Все, ребята, всем пока! Вот такая вот мне приехала посылка. Там еще она приехала такая же Атуро, такая же приехала Мелшеру. Вот такие у меня, то есть, непосредственно прикольные, то есть, картинки. Надо рассмотреть их. Вот. Привет, and hi, and hi, and здра, and hi, and 42, братуха. Спасибо за приобретение Зина через Z. Важно. Актуально. Так. Журнал для туалетной бумаги. Блять, спасибо! Не, ну тогда он слишком какой-то глянцевый. Какиш он не уберет. Значит, фиксируем вот такую вот тему, да, то, что казино... вот, по бокам смерти впереди казино прикольно сделано по альбому. Вот эти вот всякие арты прикольно сделали. Нихуя тут комиксы, блять. Ну, это почитайте сами буквы. Вот. Сука, там смешно, да, прикольно. Все, я понял. Блять, прикольно. Все эти скиты выписали, прикол. Я думал, хуйня полная будет. Хотел обсирать. Сука, мистер Яйко. Блять, стужа такая. Ну, чё-то примерно. Ну, чё-то примерно, блять. Вот так называемая тысяча жизней. Надо было уже перед делюксом это все хуйню делать. Так. Вот там что-то, какой-то QR-код на поддержку. И я такой слей. Вот. Я. Вот такой вот красивый. Прикольно. Вот такой вот, да, блядь, как будто бы оно. Бля, вообще круто. Как будто если что-то делать, надо у них заказать. О, нихуя пантеон ебанутый. Прикол. Бля, ну вот это я читать эти буквы не намерен, как бы. Звезда рэпа, так называемая. И тут еще трек-лист. Бля, прикол. И, видимо, каждый трек послушать, типа, можно. А, ебать, тут все мои эти соцсети, так называемые. Там и на Жопершоп, и на ВКонтакте, и на все.
Прикольно. Так, и мне еще прислали вот такой вот там конверт, на котором написано «Ферма». Я побоялся, сначала прочитал как «Сперма». И решил его, что не буду распаковывать. Кстати, вот эта карточка прикольная такая. Не дешманская, а прикольная карточка. Это просто, видимо, либо визитка, либо что-то такое. БО55, твою маму на кровать. Бля, прикольно, это наклейка? Да, скорее всего, это наклейка. Прикольно. Зацените. Типа Емеля. Я вот не знаю, QR-код этот куда ведет. Может на песню, может не на песню. Емеля. Потом есть еще вот такой вот. Это вообще что? Это, наверное, блядь. Да, наверное, не на песню тогда у меня нету. Такая хуйня. И вот такая хуйня. Бля, прикол. Ну, подтянутый. Видно, что подтянуты рисовальные функции. Какой-то клоун ебаный. Босс, привет из Краснодара. Мы наконец-то закончили рисовать журнал. Потратили много времени, сил и денег. Надеюсь, вам понравится. Также мы выслали копии для Атура, Мелшеру и тренеру. Купить можно по вот этой вот так называемой... вот. Вот, а я в носу пока поковыряюсь, пока вы... сканируете.